Приветствую вас! Сегодня будет обзор новых продуктов. Эту новинку я ждала очень долго. Это увлажняющая эссенция для лица Novage. Азиатский тренд увлажняющей эссенции буквально заполонил косметический рынок, и все больше и больше косметических компаний начинает производить подобные эссенции. Доказано, что эффективность их просто бомбически потрясающая. Поездка в Японию, я изучала обзоры блогеров, статьи об азиатском уходе, что же такое интересненькое с собой привезти. И практически все пишут must-have, это эссенции, увлажняющие эссенции. И одна из самых популярных — это Iskitsu Tu, и эссенция стоит более 12 тысяч, только одна эссенция. Я посмотрела другие аналоги, тоже достаточно недешевое удовольствие, ну и как-то думаю, ладно, в следующий раз либо закажу пробник маленький, попробую. Для меня было интересно попробовать, что же это такое, почему все так гудят по поводу этих эссенций, что же там такое, почему они так классно увлажняют кожу. И там же в Японии я узнала, что будет у нас эссенция, аналог азиатского ухода. И да, конечно же, да, смысл мне где-то переплачивать деньги. Я доверяю компании. Кроме того, она делает такие продукты, которые больше подходят нам, европейским женщинам, нежели чем другой азиатской коже. Перед тем, как мы изучим состав, мои впечатления. Это эссенция, во-первых, можно сказать, аналог замены тонику. Компании Oriflame сделали очищение, которое очищение 2 в 1, то как раз-таки эссенция будет вам заменять функцию тоника. Кто, особенно девушки, кто так привыкли обязательно тонизировать лицо и чувствовать некомфорт, недостаточно очищения, когда умылись просто, скажем так, это одна из малейших функций тонизирования. Да? На самом деле спектр эссенции увлажняющий намного шире, чем тоник. После любого очищающего средства вы наносите эссенцию. Ее можно носить двумя способами. Первый – это как мы раньше привыкли пользоваться тоником, на ватный диск нанесли эссенцию и протерли лицо, тем самым 2 в 1 вы убрали остатки очищающего макияжа, где-то, если не досмыли косметику. Но мне больше всего нравится сейчас использовать ее непосредственно, нанося на ладошки и втирая в лицо. И делая дополнительно еще фейс-фитнес, дополнительно упражнение для лифтинга моего лица. И посмотрите, какая текстура. Это не водичка, это капелька такая вот густоватая. Мне очень нравится консистенция, она мгновенно впитывается, приятная, чуть-чуть слегка, знаете, какое-то маслянистое, такое приятное, но она сразу мгновенно впитывается, и все. И никакого масла маслянистости нет. Но когда вы ее наносите, она приятно кремовая текстура. Вот прям кремчик, как будто вы, как будто флюид наносите, очень нравится. И вот не знаю. Ой, а вы знаете, вот даже вот я вам не покажу, но буквально сразу, мгновенно морщинки на руках, они реально разгладились. Реально круто. Ребят, я честно говоря, я не пробовала. Ну вот вам опыт самый первый, как вы ее, если вы хотите протестировать, пробуйте на руках. Вот я реально вижу эффект сразу на моих руках, как вот разгладилась кожа. Это очень круто. Самое классное, что эта эссенция, она идеальна для комбинированной жирной кожи, для проблемной кожи, у кого угревая сыпь. И доказано как клинически, так и потребительскими тестами, что кожа мгновенно увлажняется. Я прям сразу на руках это почувствовала раз. И сужаются поры, что очень важно. И чем старше девочка становится, тем больше расширены у нее поры. Доказано клинически, потребительскими тестами, что сужаются поры. Кроме того, потрясающий эффект. Как вы знаете, все азиатки, они просто помешаны на увлажнении. Это ежедневные 10-этапный уход, который включается и маски, и обязательно увлажнение, 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 потому что наша кожа прежде всего стареет от обезвоживания. И с каждым годом эта проблема становится все больше и больше из-за загрязнения атмосферы, неблагоприятного, неправильного ритма жизни.
Поэтому увлажнение. И да-да-да, в состав ее входит гиалуроновая кислота. И одна молекула гиалурона способна привязать воды в 1000 раз превышающий ее вес. Применение косметики с гиалуроновой кислотой делает нашу кожу более нежной, упругой, подтянутой, великолепно освежает и выравнивает цвет лица. Причем это не внешний эффект, исчезающий со временем. Гиалуроновая кислота действует на кожу на клеточном уровне, поддерживая водно-липидный баланс и стимулирующий ее обновление. Давайте еще разберемся в одном непонятном нам компоненте – пребиотики. Их начали исследовать еще 7 лет назад. Они способны восстанавливать иммунитет кожи. И их стали применять не только в салонных процедурах, но и в системах по домашнему уходу. К общепринятому понятию пребиотики – это не микроорганизмы их предшествия, а это неусвояемые вещества, которые оказывают полезные действия, стимулируя рост местных бактерий. Другими словами, пребиотик – это корм, питательная среда для микроорганизмов, живущих на нашей коже. Ну, это логично, что у нас на коже много, миллионы микроорганизмов. И если они находятся в обычном состоянии, то они никак не вредны для нашей кожи. Снижение иммунитета, неправильный уход, чрезмерное очищение. Они начинают размножаться. И это снижает наше состояние кожи, цвет кожи, лица, какие-то появляются воспаления, прыщики и так далее. То есть происходят какие-то процессы. Пропионовые бактерии, любимые их средства обитания, это сальный секрет. И там они размножаются, они живут. Это, можно сказать, это живые антиоксиданты по типу витамина Е и С. Они полезны нашей коже. Но стоит как-то нарушить водно-липидный баланс, щелочную среду, как эти бактерии начинают размножаться, и это приводит к воспалению, к неприятным последствиям, к тому, что кожа меняет цвет лица. Поэтому нам надо их регулировать. И что же нужно делать? Нужно прежде всего правильно питаться, избегать стрессов, курение вредит, сами знаете, цвету кожи лица. И нужно использовать так называемую микробиом-френдли косметику. То пребиотики подкармливают эти бактерии, задабривают, они становятся в состоянии покоя, комфортно, и тогда ваша кожа, у нее повышается иммунитет, она восстанавливается, и нет этих злосчастных воспалений. Эссенция сравнительно недавно, и я увидела реальные результаты, что моя кожа, которая склонна к воспалениям на все что угодно, на пищу, на стрессы, на критические дни, она стала лучше. Я вижу, как заживают вот эти прыщики, я реально от этого кайфую. А что же будет дальше? Я, конечно же, вам потом запишу мой видеоотзыв. Этот продукт стоит 1000 рублей, со скидкой сейчас 859 рублей, минус 20% скидка, цена консультанта, VIP-клиента. Если у вас нет такой скидки, то напишите мне внизу в личку, и я помогу его оформить. Ну и, конечно же, если вы пробовали эту эссенцию, обязательно пишите в комментариях, я думаю, будет они потрясающие. Всем хорошего настроения, побед, успехов! Пока-пока.